Ай-яй-яй, какой плохой мальчик. Что он делает? Ай-яй-яй. Что же, всем привет, ребята, с вами Костик Топчик, и сегодня это новое видео, да, я его снял, наконец-таки, мне стало не лень, ну, наслаждайтесь моим видеороликом, а мы приступаем. Какие же обалденные пельмешки. Ой-ой-ой. Ну, дальше я хотел бы вам рассказать о том, что случилось за это время, когда я не снимал на моем канале и на сервере. Апреля я купил Майнкрафт, да, Java Edition. Теперь я нормальный пацан, который не играет пиратку, а играет на официальном лаунчере. 12 апреля я получил голову Альберта и Бедрок. Да, Бедрок и голову Альберта. Если что, голову Альберта вообще никак не получить, но я ее вчера получил. Ну, если вы смотрите видео когда-то, я не знаю. Но сегодня 13 апреля. И знаете, за сколько я купил ее? За 7 стаков алмазов в голову Альберта. Еще 2 назритовых слитка. А Бедрок, не спрашивайте как. Но мы приступаем дальше. 10 марта я удалил все свои ролики с моего YouTube канала. Зачем? Потому что это ролики были кринжовые ролики. И я захотел их удалить, чтобы... друзья, так сказать, мои не добавляли эти ролики на свои сайты. 14 апреля я достиг больше 200 часов. Да, вот вы сейчас можете видеть у меня на экране 201 час. Что уж очень круто, да? Но дальше я думаю вам показать кое-что другое, а не вот эти вот всякие вам, что случилось... сервером, каналом. Ну, а мы приступаем дальше к другому контенту. Акаме, как дела? А если по-нормальному? Чё? Нормально всё? Вот прекрасно, я качаюсь, и это время то, что вам сказать, то, что ролик подходит к концу, да. Ну, всем удачи и всем пока. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You
Блин!